Сегодня Международный день красоты. Говорят, именно она должна спасти мир. И спорить с этим невозможно, ведь красивые и добрые поступки, также взаимоотношения между людьми делают нас счастливыми и приносят радость в каждый дом. Давайте вспомним об этом сегодня и постараемся сделать нашу жизнь краше, забыть о конфликтах, отдать предпочтение главным ценностям, которые делают человека человеком. И главное, давайте скажем «нет» уничтожению красоты. Наша земля, ее дети и старики, молодые парни и их невесты. Все мы должны жить в мире и благополучии. Красота спасет мир. Давайте осуществим эту истину.